Наружная инженерная сеть уже проложена. Устройство фасада и кровли на завершающем этапе. Готовность школы в Немчиновке более 75%. Сейчас ведутся у нас отделочные работы под завершение инженерных внутренних коммуникаций, прокладку ведется, пусконаладочные работы. Мы видим, что у нас уже приезжает ТХ пищеблока, и мы находимся в данном помещении. Это помещение у нас под прием пищи. Планируем завершить работу в ближайшее время. На объекте работают 136 человек, 2 единицы техники. Начался завоз оборудования в пищеблок. Учебное заведение рассчитано на 550 учеников. Начальная школа будет отделена от средней и старшей, чтобы всем было удобнее получать знания. Актовый зал, спортивный зал. Большие помещения готовы. Актовый зал, спортивный зал, слушайте, подготовьте под часовую отделку тоже. Только под часовую. Огнезащита в спортзале полностью металлоконструкция у нас выполнена. Сегодня как раз выходим на актовый зал, расположен здесь тоже по огнезащите. И, соответственно, часовая отделка. Работы идут по графику. Вопрос с переносом газовых сетей и электроснабжением подрядчику помогает решить администрация округа. По плану строители покинут объект в мае. Впрочем, летом новая школа пустовать не будет. К маю надо объект сдать, потому что мы хотели летом использовать эту школу как летний лагерь. Для детей, которые, собственно, не охотят. Благоустройство территории уже продумано до мелочей. Будут зоны для занятий спортом и отдыхом, и даже учебно-опытная. Для безопасности на ней установят видеокамеры, которые подключат к системе «Безопасный регион». Евгения Августина, телекомпания «Одинцова».